Культурное наследие спасено. Судьба исторического здания на улице Володарского, в котором долгие годы располагалась детская городская больница, теперь окончательно определена. Напомню, первый Ярославский рассказывал, арбитражный суд вынес постановление изъять объект культурного наследия у собственника фирмы «Ярсантехмонтаж». Причина – ненадлежащее содержание помещения. Однако компания обжаловала решение суда. На этой неделе арбитраж в Кирове рассмотрел их апелляцию и отказал в ее удовлетворении. В течение 2 месяцев состоятся публичные торги, на которых определится новый собственник. Стоит заметить, интерес к этому, пусть и деревянному зданию в центре города, уже проявили несколько организаций. Настолько серьезны были доказательства в ходе судебного процесса представлены о том, что собственник попытался разрушить это здание, о том, что собственник ненадлежащим образом его содержал, о том, что действия или бездействия собственника фактически приводили к его разрушению, что сомнений, очевидно, у суда не возникло. На самом деле здесь может быть и магазин, и офис, и любое другое учреждение. Самое главное, что это здание должно быть приведено в соответствующий порядок, да, то есть оно должно быть приведено как объект культурного наследия. И к нему должен быть обеспечен доступ.